סיימנו עכשיו פגישת עבודה מצוינת בין הנשיא פוטין לביני. Мы только что закончили хорошую встречу с президентом Российской Федерации. ובסופה הנשיא פוטין ביקש להביא את יפה, אמא של נעמה יששכר. И в конце этой встречи президент России согласился встретиться с Яфой и матерью Нама Исаска. Я вам очень благодарен, господин президент. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья. Действительно, я встретился сейчас с мамой Намы. Ахен невгашти яхшав им има шель Нама. Для меня ясно, что Нама из хорошей, очень порядочной семьи. Это барур, что Нама йоцет ми мишпаха меот тува. И мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующие решения. Ядуа ли эмда шель квод роша мамшала лехлит бе цура мувана? Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Коль зе никах бе хэшбон бе змана каббалат ахлата? Сегодня Нама посещает уполномоченный по правам человека в России. Айом тевакер Нама, это Миша Ахараит аль схуют, шмират схуют Адам бе Русия. Мама очень переживает, я вижу это. Има меот мерагешет ве томехет бе бат шела. Я ей сказал, и хочу еще раз повторить, все будет хорошо. Амарти ла, ве ане агид зе от пам, ше аколи е беседер. Тода раба. Тода раба. Спасибо большое. Тода раба. Я фабрика. Я фабрика. Буэна. Спасибо. 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 Спасибо.